Большого человеческого счастья, чтобы в их доме всегда была улыбка, взаимопонимание, уважение. Это беркет елыш, легко горгло елыш, на удобку дико подбавлюш. Вот что родители им желают, дай Бог, чтобы у них все это было. А мы приезжали на радостные мероприятия. Мира и благополучия вот в лице этой новой созданной семьи всему братскому членскому народу. Первый внук Ахмад Хаджи начал свою серьезную жизнь новую. Будем читать дуа за семью новую, созданную Хамзатом. От сердца еще раз поздравляю.
Хозяин, один год. Айруйте на гуш. Та йок, не пікіс. Ламень, що я? We'll be right back.